мысленный эксперимент, вытекающий из мысленного эксперимента с квантовым самоубийством и утверждающий, что согласно многомировой интерпретации квантовой механики, существа, имеющие способность к самосознанию, бессмертны. Представим, что участник эксперимента взрывает ядерную бомбу вблизи себя. Практически во всех параллельных вселенных ядерный взрыв уничтожит участника. Но несмотря на это, должно существовать небольшое множество альтернативных вселенных, в которых участник каким-либо образом выживает. То есть вселенных, в которых возможно развитие потенциального сценария спасения. Идея квантового бессмертия состоит в том, что участник остается в живых, и тем самым способен воспринимать окружающую реальность. По меньшей мере, в одной из вселенных в множестве, пусть даже количество таких вселенных чрезвычайно мало, в сравнении с количеством всех возможных вселенных. Таким образом, со временем участник обнаружил, что он может жить вечно. Совсем недавно я умер. Моя реальность расщепилась на несколько новых реальностей, в одной из которых я похоронен на земле или развеянным пеплом лечу где-то, а в другой стою сейчас в своей комнате, смотрю в окно возле пианино и записываю то, что вы слушаете в своих наушниках прямо сейчас. Причиной моего расщепления стал ты. Причиной моего расщепления стал ты. Инерции, подаренные вами, стали катализатором моего квантового бессмертия. И сейчас все мои альтер-эго, все персонажи этой линейной и нелинейной истории сосуществуют в одну секунду вне времени и пространства.